7:32 من مساء ذلك اليوم بتوقيت موسكو، تم إنزال العلم الأحمر للاتحاد السوفيتي عن مبنى الكريملين للمرة الأخيرة، ورفع بدلا منه علم جمهورية روسيا الاتحادية. لم يكن الأمر مجرد استبدال علم بآخر، بل كان إذانا بتفكك قوة عظمى وبتغيير كبير في موازين القوى وخريطة النفوذ بالعالم. На ключевых постах в государстве, в правящей партии, в армии, в специальных службах оказались люди, не способные в ответственный тяжелый момент принимать ответственные тяжелые решения. Немножко сделали уязвимыми страну. Он начал сокращать там СНВ, разные виды вооружений. И, конечно, уже страна стала казаться более мягкой. Ее стало казаться, что ее можно обидеть, можно на что-то спровоцировать. Последствия очевидные, потому что на смену биполярному миру, в котором было два уравновешивающих друг друга центра, пришел мир, в котором центр оказался один. Причем надо сказать, что это стало испытанием и как для наследников Советского Союза, для Российской Федерации, так это стало испытанием для самих США. Мы уже затронули тему распада социалистического блока в Европе, в частности, да. Мы отметили тот факт, что его распад со временем привел к расширению НАТО на восток, которое стало несомненным фактором роста напряженности в Европе, постепенно увеличение этой напряженности. И именно эти события привели к нынешней ситуации на Украине.